Всем привет из Киева, друзья! Я Андрей Хлывнюк, вокалист группы Boombox, а также боец национальной патрульной полиции города Киева. Хочу вам сказать следующее. Специально записываю это обращение на русском языке. За несколько недель, да, с какой уже идет 20-й, наверное, или 20 какой-то день сопротивления фашистской федерации, денацифицировать удалось армии фашистской только детские садики, жилые дома. Захватить удалось несколько дорог, на которых их жгут, как, не знаю, как листья бабушки осенью или весной. Никто этого не забудет. Никто этого не простит. Это надо очень четко понимать. Поэтому, если вы каким-то образом оказались в Украине, и если вы каким-то образом были направлены сюда убивать и грабить, и не хотите этого, понимаете, что это преступление, у которого нет срока давности, сдавайтесь в плен, бросайте оружие, уходите домой. Уходите живыми и здоровыми к своим семьям. Всем давным-давно уже понятно, что такое эта спецоперация Путина. Гарного вам дня, всего наикращего. Привіт, ми з України.